попрет, то я скажу. Значит, дорогие радиолюбители и слушатели, и смотрители моего канала, это мы видео допишем или запишем к Кирилловому видео, которое вот снялось, но еще не вышло. Значит, я продиагностировал этот прекрасный дишвошер. Сейчас я покажу, что с ним было. Может быть, сейчас так же все будет. Он включался и работал до бесконечности. Я приговорил вот этот контрол-борд. И это видно на видео Кирилла. И я сказал, что о, давайте поменяем контрол-борд, $300 и поехали. И все норм. Значит, сейчас посмотрим, как он реагирует. Суета была, эйфория от съемок. И я вот так вот не разобрал. То есть я снял только вот эту часть. Смотри, по крайней мере, ничего не мигает. Он дрейнает, меняет воду. Вкл делаем. Он все еще дрейнает. И когда я делал вкл в прошлый раз, он сразу начинал работать. И работал до бесконечности. И чтобы выключить его в прошлый раз, нужно было просто открыть дверцу на рабочем. Немножко брызгалось. Вот тут у нас концевичок я починил сейчас. Он открывался, и все работало. Естественно, это никого не устраивало. И самое главное, что не устраивало меня, когда я нашел вот этот контрол-бордик, вот этот маленький, за 1400, и он еще недоступен. А это означает, что я должен клиенту сказать, я не могу починить, а этого я сказать не могу. И я вернулся. Сегодня не воскресенье, но, если честно, я даже рвался в воскресенье. То есть мы снимались в субботу, я в воскресенье не рвался на additional diagnostic test. То есть я за бесплатно хотел приехать и посмотреть, и посмотреть, в чем дело. Я приехал сегодня во вторник только, и вот я нашел, вот сними. Я нашел вот тут вот разрывчик в дурацком месте совершенно. И вот этот разрывчик, я пока еще не разбирал дверь, я ее потом разберу. Я не знаю, как работает эта кнопка. Это не физическая кнопка, а объемная. Ну-ка. Она не будет работать. У нас концевик сейчас разомкнулся. Он думает, что сейчас открыта дверь. Но суть моей тирады в чем? Что мы же там про работников говорили. Снимай меня, господи, я звезда же. Тирады в чем? Что мы говорили про работников, кто нам нужен. Я подумал, что люди, кто смотрит, смотришь, блин, забыл, сейчас скажу. Эльдар автоподбор. Он делает что там, воскрешение мертвеца, короче, тачки ремонтирует. Эльдар автоподбор. Ты видел, нет? Нет? Господи. Вот, и там, что мне кажется есть в моем характере, в характере Эльдара, и с Эльдаром тоже Олег работает, электронщик. У них такое бывает, что не чинится машина. То есть у них есть мертвецы, они там по несколько дней там. Если съемки пересчитать, наверное, там месяцы. Месяцы. А по съемкам там, ну, 3 дня, допустим. Они там 3 серии. И я у них часто слышу такое, что вот у нас не починилось, мы не понимаем в чем. И они такие... Давай в воскресенье приедем, еще посидим. То есть есть рвение, ну и мне неудобно, что я пришел и приговорил дорогой контрол-борд, я бы привез, бы, допустим. Цена машинки 6, допустим, рублей. В таком состоянии 3-4, а я бы предложил бы за 2 починить, те бы там поморщились и согласились бы, допустим. Но я привез бы контрол, а он не включается. Я потом нашел бы этот проводочек, понимая, что контрол. Но контрол я, может быть, и не вернул бы. Очень редкая вещь, дорогая. Это все к чему? К тому, что нам нужен техник, слушай, тоже, который, ну, не то чтобы супер обязательный, а вот тянет к железякам, и я не могу объяснить, я не могу научить хотению починить. А я могу рассказать, как эти железки там, вот я бы это посмотрел, это алгоритм работы прост. Но самому получить интерес разобраться, это вот не каждому дано. Вот я такой гениальный, мне это интересно. И вот я с грязными руками сейчас после констракшена ремонтирую дишвошер. Суть в чем? Дишвошер отремонтирован реально только скручиванием проводов. Там мейнтенанс мы сделали, там подмазали, нашли, что дверца плохо работает. И мы еще, я пришлю еще estimate на ремонт этого дишвошера дальнейшего. Я думаю, что сейчас я зачаржу 285 за такой temporary solution. Но я хочу там заглушкой кнопки нет, вот этот проводочек правильно сделать, разобрать дверь, там петлю поставить. За это тоже взять там сколько-нибудь еще. Ну, допустим, видится мне 980, такая цена классная. Вот.
за петлю и за все остальное. А сейчас, ну, 285, может, даже больше. Что-то два раза приезжал, надо больше, 360, наверное, брать. Хотя, как объяснить, блядь, мы не заменили ничего. Ну, это разберемся, надо тоже подумать. Поэтому всем спасибо, это было дополнение к съемке, которую мы делали с Кириллом Ака, Кент из Америки. Всем привет.